Hola, amigos, на связи Матвей. В последнее время подписчики и друзья часто задают мне вопрос, какой же лучший телефон брать на базе Android, чтобы комфортно играть в Fortnite Mobile. Все мы прекрасно знаем, что лучшие телефоны для игры в Fortnite являются, конечно же, айфоны, ну и айпады. В связи с последними событиями, нормально в игру на этих девайсах не поиграешь. Именно для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось перерыть весь интернет и найти лучшие Android-девайсы для игры в Fortnite. Я составил топ-5 самых дешевых Android-смартфонов, поддерживающих официально 60 FPS в игре. Перед тем, как мы перейдем к нашему топу, предлагаю вам подписаться на мой канал, только здесь вы найдете лучший контент по Fortnite Mobile и не только. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня — это мой тег Automotive Car в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Подписка на канал оформлена, тег Automotive Car введен, можно и начать. Итак. В данном топе я расскажу про 5 смартфонов, которые официально поддерживают в игре Fortnite 60 FPS. То есть мы будем идти от самого дорогого к самому дешевому. В подборке телефонов можете не сомневаться, на официальном сайте эпики реально заявляют, что они поддерживают 60 FPS, так что можно доверять. И наш топ открывает телефон под названием Sony Xperia 1, который стоит 80 тысяч рублей. Это телефон от компании Sony на базе Android. Он оснащен OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9. Имеет тройную камеру с двухкратным оптическим зумом и широкоугольным объективом. Ну и имеет аккумулятор высокой емкости на 3330 мАч. Ну а стоит в нем процессор Snapdragon 865, что и обеспечивает стабильные 60 FPS в игре. И следующим по списку у нас идет, как ни странно, тоже смартфон от Sony Xperia 5, который стоит 48 тысяч рублей. На данном девайсе 6,1-дюймовый дисплей HDR OLED с соотношением сторон 21:9. Имеет тройную камеру с объективами на 16 мм, 26 и 52 миллиметра. Аккумулятор его чуть-чуть поменьше предыдущего, мощностью всего в 3140 мАч, ну а стоит в нем процессор Snapdragon 855. Именно он обеспечивает высокую производительность игры на этом телефоне. И середину нашего рейтинга забирает телефон под названием ROG Phone 2 от компании Asus за 46 тысяч рублей. Ожидаемо было встретить данный телефон в подборке, потому что он специально предназначен для игр. Имеет он беспрецедентный AMOLED-дисплей в 120 Гц. Имеет он три камеры, две основных, одна фронтальная. По основным камерам первая имеет 48 мегапикселей, вторая 13 мегапикселей. Также присутствует широкоугольный объектив на 125 градусов. У фронтальной камеры 24 мегапикселя и фокусное расстояние 27 мм. Аккумулятор в этом телефоне просто гигантский, аж в целых 6000 мАч. Ну а теперь самое главное, процессор, а тут стоит Snapdragon 855+. Ну а так как это специальный геймерский телефон, тут есть и дополнительные фичи. Во-первых, это двойной виброотклик, чтобы ощущать качественную вибро-отдачу во время игры. Но я думаю, самый главный плюс, что разъем для подзарядки наушников находится на боковой панели. Так удобно играть даже во время подзарядки. Стабильные 60 FPS в Forte также и объясняет высокоэффективность системы охлаждения GameCool 2 с испарительной камерой. Ну а второе место в нашем топе забирает телефон Mi 9 от компании Xiaomi, который стоит 32 тысячи рублей. Тут стоит экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей, а диагональ экрана 6,39. Три основных камеры с разрешением 48, 16 и 12 мегапикселей. Емкость аккумулятора хорошая, аж целых 3300 мАч, ну а внутри стоит 8-ядерный процессор Snapdragon 855. Ну и заслуженное первое место у нас отбирает телефон Honor View 20 от компании Huawei за 27 тысяч рублей. За эти деньги мы получаем экран с разрешением 2310 на 1080 пикселей с диагональю в 6,4 дюйма. Соотношение сторон 19:9. Двойная основная камера на 48 мегапикселей и фронтальная камера на 12 мегапикселей. Аккумулятор достаточно внушительных размеров, а именно в 4000 мАч, ну а подкрепляет это все процессор Kirin 980. Единственный минус, что Huawei сняла его с продажи, найти его сейчас крайне сложно. Специально для вас мы нашли лучшие предложения по покупке данных телефонов в этом топе, так что если вас заинтересовали данные девайсы в этом топе, то смело пишите в нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании, и мы предоставим ссылки интернет-магазинов на ваш телефон с лучшей ценой. Будем очень рады вам помочь. Ну а если это видео было для вас полезно, с вас лайк. Пишите в комментарии, какой телефон из этого топа вам больше всего понравился. Ну а с вами был Матвей, hasta luego!